Лес очень красивый, бесподобный, но я бежала, бежала. Ничего здесь не нашла, ни петушка, ни курочку, никакую рядовочку. Чем ближе к столикам, к астру, там больше грибов попадается, а здесь пока ничего нету, кроме вот этих вот чудесных ушек. Необыкновенно красивые грибы, бесподобные. В лес далеко, бегаю, бегаю, ничего не вижу, ничего нет, а здесь опять эти заячьи ушки. Это другой лес, это совсем другой лес. Сейчас я уберу тут. И это лес Телиши. И вот в этих мхах есть такие места красивые. Мох, елки. Красиво очень. И вот такие грибочки, ушки. Как у Аллочки на кладбище. Но эти, они тоже хрупкие. Они крошатся. Вот крошечку сломала. Вот они крошатся, хрупкие. Такие, как у Аллочки на кладбище. Только это... Нет, те с ободком, те белые. Белые ободки. Красные, красные, алые. А эти оранжевые. Ну, ничего, красивые тоже. Удивительные грибочки. Во как. От Аллочки получила привет. Аллочки уже пару лет нет. И вот мы к ней приехали почтить память. Давно-давно не были, потому что не могли найти. Там все было по-другому, все переделано. Поэтому мы ее искали, а такая дорога была по рядам распутиться, что мы еле-еле на своем дастере оттуда слиняли. Еле выбрались оттуда на своем дастере. Вот. И приехали, а она мне такой сюрприз устроила. Алые грибочки. Ни на других, нигде, ни у кого не видно. Пока мы искали, ничего мы подобного не видели. Потом мы ее нашли, а там вот такие вот грибочки похожие. Только алые и с белым ободочком. Что-то я так разговорилась. Просто я очень сильно удивилась. Привет мне. От Аллочки, от моей подружки. Лес очень красивый, бесподобный, но я бежала и бежала, ничего здесь не нашла. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока и до встречи.